За мной в ту сторону целая аллея новых деревьев. У нас запросили их мотоклубы славутицкие, бандидос и крестоносцы. Я даже специально запомнил. Первые посадили 20 орехов, вторые посадили 15 орехов. Мы специально выбрали для них такое место, чтобы здесь наверняка не было инженерных сетей, потому что запрос был в пятницу, а садить они хотели в субботу. И второй фактор, чтобы они, когда ехали по дороге, они здесь достаточно часто ездят, я знаю, всегда могли видеть результат своих трудов. Через какое-то количество лет здесь будет ореховая роща. На радость всем голодным, которые по осени начинают кидать палки, сбивать эти ветки, лишь бы набить торбу орехов. Тут, правда, среди саженцев что-то не очень похожее вот на орех, скорее какая-то яблоня. А вообще схема запроса на посадку деревьев выглядит следующим образом. Вы просто звоните или пишете в архитектурный отдел с просьбой, что хотите посадить деревья. Можете даже примерное место желаемое описать. Мы смотрим по нашим картам, есть ли там инженерные сети или нет. Если нет, то мы наносим на схему расположение деревьев и отправляем на подпись коммунальным предприятиям, потому что бывает, что на картах сети не обозначены, а по факту они есть. Коммунальное предприятие подписывает все, и все, с этого момента ваши деревья в безопасности и точно не будут сломаны, спилены при каком-то аварийном случае. Точно по такой же схеме к нам недавно обратился Орлов Максим Иванович от лица ЧАЭС, чтобы напротив их офиса тоже облагородить ландшафт. Здесь все было не так просто, потому что инженерных сетей здесь предостаточно. Мы на схемке нанесли зоны, которые желали засеять и засадить работники ЧАЭС, и отправили на подпись коммунальным предприятиям. И уже как-то утрясли этот вопрос, чтобы обойти все инженерные сети и удовлетворить и КП, и работников ЧАЭС. Конечно, секрет успеха любых таких дел – это правильный регулярный уход. Без полива, без постоянного ухода это все за сезон превращается просто в очередной пустырь. Так что, дорогие наши байкеры, бандидос, крестоносцы, спасибо вам огромное от всех славутичан. Ловить косухой ветер на байке – это круто, но посадить собственноручно аллею деревьев – это еще круче. Спасибо. Абсолютно те же слова благодарности от всех славутичан и от меня лично касаются и работников офиса ЧАЭС. Облагородить место своей работы не только вокруг монитора, вокруг своего стульчика, а и на общедоступных территориях для всех жителей это дорогого стоит. Я даже убежден, что невозможно качественно и хорошо выполнять свою работу, если делаешь это в некрасивом месте. И это я так намекаю на необходимость ремонта в нашем кабинете отдела архитектуры. Все, пока. Обожаю такие сюжеты и такие проекты, когда вот ничего не было, а вот что-то появилось. И неважно, что это, деревья, дорожка, там, фонарь, неважно. Результат мерило всего. Все, пока.